В данном термостате у нас находятся семена сои, которые были заложены во вторник. Если вам кажется, что семена сои укладывают в холодильник, вы ошибаетесь. Минус королеве амурских полей противопоказан. Особенно, если нужно определить ее всхожесть. Поэтому специалисты Россельхозцентра ставят зернышки в термостат. Температура 25 градусов. Благоприятно для того, чтобы выпустить ростки. Семена проращивают 7 суток. Только после получится определить схожесть. Промежуточные итоги смотрят на третий день после того, как сою, спрятанную во влажный песок, поместили в термостат. Каждую аккуратно достают и устраивают ей конкурс красоты. Здоровые, неповрежденные закладывают дорастать, гнилые убирают. В противном случае они могут заразить соседей. Также у нас можно определить, это семена, которые проросли не совсем нормально. Например, вот здесь можно обратить внимание, у нас поврежден росток, поэтому отнести его к нормальному мы не можем. Соответственно, мы даем ему еще время дорасти на 7-е сутки. Соответственно, такие семена у нас остаются. Процедуру агроном повторит спустя 4 суток и озвучит вердикт, какая всхожесть партии. Она должна быть не меньше 90%. Елена Крючкова занята более кропотливой работой. Специалисту нужно вывести кило бобовой культуры на чистую воду. Я сейчас перебирала килограмм на примесь. Это на другие культурные растения, которые не касаются сои. Это пшеница, ячмень и так далее. Вот. И на сорняки. Я тут не нашла ни одного сорного растения, ну и другого культурного растения также. Чем меньше примесей и выше всхожесть, тем вероятнее, что партия получит протокол соответствия ГОСТу. Кстати, подкуп здесь невозможен. Экспертиза независимая. Агрономы получают зашифрованную партию, соответственно, не знают, какой фермер ее предоставил. На 1 апреля уже проверено больше 50 тысяч тонн семян зерновых и больше 100 тысяч тонн семян сои. Это очень важно, потому что от этого зависит, например, норма высева на сеялке. От схожести количества засыпаемых семян. Также смотрятся семена кондиционные, некондиционные. Может быть, лучше купить новые семена, чем посеять старые. То есть результаты этой работы, они прямо влияют на работу, результаты работы сельхозтоваропроизводителей. Весь комплекс занимает 10 дней. После владелец партии получает протокол. Если культура по ГОСТу, ее можно спокойно сеять и рассчитывать на хороший урожай. Если же нет, аграрии могут не только потратить силы впустую, но и заработать штраф. Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов, программа «Город».